Добрый день. Продолжаются матчи общероссийского дивизиона среди команд высших учебных дивизионов, высших учебных заведений. Здесь, в Новороссийске, с 24 по 26 ноября завладели футболистки из Воронежа. Анна Куртометова будет играть чуть ближе к чужим воротам. И первый гол. Первый гол забивает как раз-таки Анна Куртометова, с чем ее можно поздравить. И это у нас уже третья минута Анны Куртометовой. И пошла атака через центр. Салаева. Хороший момент. И 2-0. Это Олеся Долгих, 10 номер. 4 человека. Ну, подключайтесь охотнее. Наблюдайте за развязкой сезона. Все абсолютно понятно, логично. Это, наверное, нарушение правил. На желтую карточку Екатерина. Снова команда в гифк, близка к тому, чтобы удар нанести. Да, удар хороший. Потенциал не реализован полностью пока еще у команды в гифк в этом матче. Ну вот гол, 4-0. Возможности каждого игрока своей команды. Так, что там у нас? 5-0. Долгих, техничная, прошла и пробить. Удар! 6-0. В атаку и неплохо это делает. Хороший момент, выход 1-1, едва не состоялся. Пас пяткой и удар! Вот это. Итак, момент неплохой, удар и что, гол? Вот это да! 7-0! Передача вперед, отскок и с мячом Елена Амелина. Удар! Хороший удар! Хет-трик! Итак, закончилось время матча. Побеждает команда в гифк.